Второй день арены. Всем привет. В рейдовую группу я не пойду, на ОК я не пойду. Это неинтересно ходить. Так, захожу на аренку. Сяду чуть поудобней, то я разлегся совсем. Со мной наркоман брата. На юхуй. В общем, король ушел. Кто куда ушел? Этот урод. Зуб, что ли? Да. Понятно, короче, сука такая. Так, стопы. Надо кнопку поставить. Page Home. Настройки игры. Панели быстрого доступа. Черточка. Это и это. Вроде бы все нормально. Че, попробую. Так, 5. F4. Все норм. Пойду на аренку. На этот раз я обещал, говорил, что 30 минут хотя бы сыграю под фул бафом. А критеса юзать не буду, какой-нибудь урод попадется. Так. Посмотрим, что будет. Посмотрим, кто против меня попадется. Вот эти 30 минут я побуду на аренке. Сегодня я был занят Evolve. Игрушка из-за этого. Мало времени уделяю арене. Ну, посмотрим, кто против меня. Если мне жопа порут, будет ха-ха. Будет ха-ха, если мне порут жопу. Чё за... Блин. Понять не мог, кто там такой. Ага, ты вообще хохмач, да? Чё, прикольно тебе? Ух ты ж... Он с этой штукой выбежал, приколись. С животным. Который сам дает? Не знаю, огненная хрень такая ползучая. Ну да, да. Стан дает, да, она? Да. А, вот что мне значит стан дало. Понял. Desolation. 3300 рейтинга. Он поймал, правда. Не поймал. Ну, Эл, ну пипец. А, я принял. Я принял рейд. Я под фул бафом уже, я не могу идти туда. Буду поглядывать за морфом. Глянешь, как за морфом, а я, блин, под фул закид. Какую глянешь за морфом, блин? Издеваетесь, что ли? Но в бухте. Окей. После этого боя пойду и выгляну. Я знаю, ты далеко. Ты что делаешь? Хэлло, смотри. Чьи? Тупых каких-то. Ой, еще один следопыт. И с щитом. На, ёб твою. Ну, а что я сделал? О,
Коя косяч сейчас везет, мне щит спасает жопу мою. Мне сейчас щит мою жопу спас, феноменально. Дай бафчик мой. Где эта гнида затарилась, теперь мне интересно. Вылази, скотина. Вылази, скотина. Так ты меня задолбал. Иди нахрен. Иди нахрен. Иди нахрен. Дегенерат. А, блин, первая победа, что ли? Запарил. Так, все, ты расслабился что-то с ним тоже. То, что он не пробил и вообще ему ничего не сделал. Угу. Быстрее, быстрее, быстрее появись. Заряды духа. Чё-то слишком тихо, и ты молчишь, так что я чуть звук придам Архейджу. Дельфийский кожнарыч охотника. Так бы можно было музыку включать. Кто скрафтил? Crazy Cat. Можно было музыку включать, но каждый раз одно и то же тоже неинтересно. А включать разную музыку, за нее будет баф банить. Баф банить. Баф банить, знаешь? Скотина молчит. Блин, на аринке никого нету. О, наконец-то. Это тоже дебил запарил каждый день вечером какой-нибудь ночью уходить. Дегенерат. В Red Guards проводится набор. Нужны люди, готовые к командной игре. Все вопросы в личку или РК 105-25-16. Напишите короткое сообщение, что вы не лох. Ты же вроде заюзал добавчики. Опять он. Толку нет, пишет. Под фульчиком. А, он мне сейчас жопу порвет для видео. Кто это? Ну вообще смешно. Он запарировал все. Вообще прикольно, Акун сна вышел, на нем отравление было. Может, пальчиком просто ёбнуло? Нет, от него далеко находился. Так, ладно, поигрались, все. О, я даже щит не... Блять, на меня даже щита не было. А мне даже считает, блядь, кинжал снял, а щит не оделся, приколись.
Поигрался с ним. Нажимаю прыжок за спину, 3-4 раза прыгает. Бешеный пинг. Да здравствует. Если 3-4 раза им за спину прыгнул. Нажимаю бросок кобра, он еще и заэвейдил его. Это вообще, блин. Край гениальности. Он, походу, один на ареньке. Это вообще неинтересно. Ну давай, да ну пожалуйста. А, блин, сейчас же Ока. Сейчас же Ока. Да, сейчас же Ока. Он тоже нашел время, блин. Главное, думаю, Ока. А сам... А, морф стоит. Кто-то появился на арене. Так, кинжал оделся, все нормально. Все. Не знаю, ты далеко. Ла-л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 а. Скум. В быблу на второй этаж. Музыку нельзя уже сам поешь? Да, а вдруг... Прикинь, так запанили за музыку. Ларион опять он. Ох, ёб твою налево, 14 тысяч с беспощадного выстрела. Тебя или ты всадил? Я всадил. С щитом следопыта. Я же снял ее, а где она? Посмотрим, сколько я выдержу. Ай, блин, я уже не успею заменить. Уклонение. Увернулся от беспощадного. Ему будет тяжело, у него эфирийка лук. Прыжки на пол упал. Практически фул без акритеса. Я сегодня, кстати, час под акритесом бегал. А. Бам. Бам. Блин, только с ним получается. Еще регайся. Сделаешь ДЗ. Денег не было, поэтому и решил. Он дешевле выходил в то время. Просто там. А, он уже ушел. Ну, первые слова он услышал. И он вышел уже. Сейчас еще раз зарегается, я надеюсь. Ой, блин, я в жопе появился. А, я еще из двух сокола не заюзал, когда абордажку сейчас юзал.
Давай спроси еще с кем я разговариваю. Теперь можешь сам с собой разговаривать, если даже уже не диагноз. То есть все нормально. Ну, можешь еще в ухо наушник отнуть. Вообще палёно не будет. Даже. Можно по улице ходить, сам с собой разговаривать, это уже нормально. Там в ухо наушник реально одел, спокойно идешь, сам с собой разговариваешь. Никто ничего не подумает. Первое время, когда начали разговаривать через наушник, маршрутки сидит мужик и разговаривает. Я сижу, хахал, уже не могу понять, с кем он разговаривает, дебил в окно смотрит. Потом, ну мелкий был, да, потом увидел, блин, думаю, бля, олень. Через наушник поправил его, короче, на гибер. Я это не заюзал. Выйди, плиз, из боя. Ну. О. Блин, медленнее бегать стал намного. Сук. Вон же косыш. Я ему отраву не успел дать, сук. Сук не успел отраву дать. Чё он делает постоянно? Ох ты ж, зараза. Сюда и выйдел. Заевейдил, что ли, я не понял. Блин, я не привык к этой кнопке, что он там находится. Беспощадный выстрел. Мне раньше на другой кнопке находился. Пока я нажму, секунду потеряю. Привыкнуть бы к ней, блин. Я знаю, ты далеко. Почему я эту песню вспоминаю, я не понимаю. На работе сегодня, может, это слушал? Да вроде нет, может, где-то в маршрутке услышал. В такси ехал, вроде не было этой песни. Кстати, хочешь прикол? Автобус в Каспийск 10 рублей. Кстати, да, сегодня тоже на новое видео. Автобус стоял охуел. 10 рублей. Да, у нас автобусов нет вообще. Что? Ты снимаешь еще? Да. Я же говорю, люди. Это вообще прикол. 10 рублей, приколись. Бум. Шакалака. Сколько урон вошел? 16200. Беспощадный выстрел. Но у нее шмот слабый. Эрнанка. Походу делает или нет. А потрошитель против меня. Скрытность вместе с нападением. Слабый чувак. Быстро умирает. Десять рублей, приколись. Чем 4-5 мака давать за такси каждый раз. Интересно, за скольки они работают, эти автобусы? Вот это вот, да. Часов 8-8. До 8, наверное, максимум. И сколько их много? Ты был там? Ты где был вообще? Где их увидел? Ну, здесь вон, на новой, когда домой приехал. А, оттуда едет даже Каспийск, да? В Каспийск не знаю, какой-то маршрут был, короче. 44А? Не знаю, не обратил внимания. Я 44А увидел по дороге. А мне сказал с работы чел, который в Каспийске живет, что... Туда, короче, 10 рублей стоит автобус. Приколись. И так спокойно выйти, без того, чтобы будем 4-5 мак платить. Спокойно доехать. Правда, ну, полчаса будет примерно разница.
Если Зуба лень будет пораньше приходить, можно будет спокойно поехать и посмотреть, что за автобус. Как часто он едет. Ездит. Эфирийская кожаная маска охотника. Куплю по ножу из сета. Еще один гребаный охотник. Артей, колдун, волшебство, мистицизм. Скрытность. Яша. Сэнджи. Яша. Бэйс. Ага. Сэндж. А чё я не отпрыгнул, я не понял. Я нажал отпрыгнуть. Мымра, блин. А если бы ему миллиард дамага прошел от взрыва? Прощальная месть. Я решил вот так вот. Вот так вот. А я не понял, у него ж из сна он вышел. Как он вышел из сна? Что-то не то. 3000 рейтинга, у него походу тоже на интеллект все точно. ХП немного, 3000 рейтинга. Как дефа. А, блин, надо было морфа проверить, я олень. Блинский. Десять боев я, получается, уже сделал. 43, кажется, было боев. До этого. 10 побед. Финал фэнтези, разбойник. Так, феечка. Я не понимаю, что за эта гильдия. Сейчас я прикольнусь. Может быть, дам ему победу. Может быть. Достаем абордажку. Юзаем это. Да ты издеваешься, не умер. Он еще и выпрыгнул из него. Он еще и выпрыгнуть, мне за спину прыгнуть, охренеть. А если бы я не забрал бы столько хп у него? Если бы у него было побольше хп, и у него был побольше дамага, например. Нам бы мне лицо вскрыл бы. Очень легко. Эфирис, кожаная маска охотника. О, нифига себе, там защита по 70 и 2 по 100 сопротивления. А, по 50. Неплохо. У меня вообще в шлемаке 3 по 20. Вообще дни на бомж. Мусенок. Эрнанс, где там миссионера, фуллсет продам. Костюм на драконе вы заменить. Посмотрим, короче. Финал фэнтези, разбойник, опять он. Сейчас опять попробую так же. Ай, да что я делаю? Что я сделал? Ай, блин, я еще не... Ой. Далеко собрался? Первая победа. Я сейчас не понял вообще, что произошло. Почему-то опять не попал по кнопке, чтобы выпустить беспощадный выстрел. Опять.
Сейчас я попробую сделать это. Достаем абордажку. Блин, не поймал я его. Блин, я его не поймал, охренеть. Она прошла по нему же, по идее, нет разве? Я думал, она попадет по нему. Я знал, что он телепортнуться попробует. Ну как знал, предполагал. Фу, вроде бы попал. Хер знает, может моего пинга не хватило довести до нужного. Стоп. Стоп, 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 стоп. Быстро, быстро. Господин Морфеус, не в мою смену умирать, я вас умоляю. Уф, блин, чуть сердце не остановилось. Я думал, Морфа. Уф, блин, чуть херово не стало. Я думал, реально забрали. Так долго прогружалась херня. Беги быстрее. Что за письмо там? Ты где прошел? Он подает в Библии. Я покупал на Ауке по частям. Все, баф заканчивается. Блин, не отвлекайте же меня. Дайте мне еще хотя бы 2-3 победы сделать. Хоть глядишь, наточу свои руки хоть чуть-чуть. Может, прямее будет скилл немножко. За эту неделю, которую я буду ходить на аренку. Посмотрим, я тратить не буду. В конце недели я накопившийся хонор будет там 30 тысяч или 25 тысяч или 50 тысяч. Я его просто волью в гравировке. Вообще я рассчитываю хотя бы 100 штук хонора сделать. Будет замечательно. Я надеюсь, у меня это получится. Ларион не сейчас. Артей, колдун. Когда я открываю так, я смотрю, плащ какой на мне. Ну давай. Вот, ну, за что ты такая зараза ко мне? На него контроль же медленнее, меньше времени действует. Он уже почти выходил. Если бы он отпрыгнул бы, я бы не достал бы до него. 6,8. Вот я иди, вот я бегу за ним. А, он ушел что ли в сон? Он ушел в сон, да? Я, короче, ай, было на расстоянии сна, тыкаю, не юзается. Как идиот бежал за ним. Хорошо, Никумасу массу скилл не дал. Ну, я, скорее всего, не убил бы. Если была бы Филена, я надеюсь, не попаду хоть раз. Она покажет, как надо меня красиво убивать магом. Если она попалась бы, она меня рубанула бы уже в это время, в этот момент. Но, увы, ах, Филенки пока нету. Буду в другое время ходить, чтобы не попадать на око, а то это вообще жопа, неинтересно. Вот, и попал я на аренку с тобой. Так-то. Серьги было бы нормально заменить. На дельфийские. Там плавки больше, парирование побольше. Ожерелку на авантюриста. Если ожерелку на авантюриста дельфийскую заменю, это плюс 700 правой, 750. Плюс костюм.
плюс костюм. Разница с этим костюмом, где он у меня, блин? 350 пробоя, 500 пробоя будет примерно разница. Где этот зараза? Куда он затарился? Он специально ждал, пока я проюзаю скиллы. Вот я на своем же попался. Но я думал, он тариться не будет. Он 52 левел. Зачем это нужно? Наркоман, что ли? Павлик, наркоман. Павлик, Павлик, наркоман. А, вон он. А теперь ты меня догнать сможешь? Вот поиграться с тобой. Ты меня догнать сможешь, да? 9 секунд. Ага. И что, вот прикольно, да, будет играть? Прикольно тебе так играться, да? Живой, так что же я был? Но бегай, ну что тебе это даст, я не поймаю. Все, короче, надоело с тобой играться. Бафы закончились. Ты мой последний соперник. Ты не успеешь убежать. Парирование? Ты серьезно, что ли? Парирование. Парирование. Сука, хотел дамаг ему с... А, да. Призвал я. Надо быстрее убить этого оленя, пойти на морфа стать. Еще игрока для фарма вдвоем. А! А как мне его откать? А, я же прыгнул сперва. Я хотел посимпатичнее что-то сделать. Получилось как обычно. Ничего симпатичного, короче. Так, бегим на морфа быстрее смотреть. Скорее, сейчас продолжать аренку я не буду. Аренку продолжать не буду сейчас. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Пятьдесят семь. 14 побед только сделал. Народа на арене мало. Так, все, всем большое спасибо. Сейчас я буду просто стоять на морфе и ничего не делать. Так, следующая аренка. Либо сегодня же запишу, но скорее всего уже завтра, потому что сегодня и Волф играл. Надоедает так много времени проводить за компом. Больше 3 часов не могу обычно. За играми. Все, до скорой встречи.